Город Гомеля неодноразово признаны самым чистым и доброупорядкованным областным центром страны. Регион имеет великий опыт работы с отходами. Значный уклад не без поддержки гомельчан уносит спецкоммунтранс. Предприемство полного цикла. Сбор отходов, сортование их на первом в Украине экспериментальном биомеханичном заводе. Менавіта тут наладжена вытворчасць и реализация запатрабаванай продукции с выкарыстаннем отходов пластмасс. Самая моя Гомельщина.